Дорогие друзья, уважаемые севастопольцы, осталось несколько часов до окончания того срока, того времени, когда можно выразить свою поддержку Аксенову Вячеславу Викторовичу. За 5 лет службы в законодательном собрании, за 5 лет работы бюджетной комиссии, я убедился в том, что нам во главе этой комиссии нужны квалифицированные, очень жесткие и очень справедливые руководители. Таким, каким был Вячеслав Викторович Аксенов, каким и является сегодня. Без такой квалифицированной, умной, очень обоснованной и аргументированной помощи нам будет очень трудно. Убедительно прошу вас всех в оставшиеся часы подойти в те точки сбора, которые скажет Вячеслав Викторович, поддержать его, потому что бюджет города Севастополя – это самое главное, самое ценное, что у нас есть. Мы не можем позволить себе потратить ни одной лишней копейки на те нужды, которые не нужны Севастополю. Очень просто. Поддержите, пожалуйста, Аксенову. Буквально каждая подпись сейчас очень важна. Уважаемые севастопольцы, ну, по просьбам жителей Инкермана и Балаклавы открыты сейчас пункты в Балаклаве, на Кадыковке возле рынка по адресу улица Невская, дом 2, стоит пункт сбора подписей. И в Инкермане тоже возле рынка, это адрес Минжинского 1, тоже работает пункт сбора подписей. Наши ребята, они в заметных футболках с надписью «Команда Чалова». Вот я попрошу обратить на них внимание и подойти с паспортами для того, чтобы вот воспользоваться этими последними часами, для того, чтобы поддержать меня на выборах. Просьба подойти и выразить свою поддержку. А я обещаю, что вас не подведу.